В Анапе полицейские задержали нетрезвого водителя. Наши сотрудники заметили автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. На неоднократные требования полицейских остановиться он не реагировал. Пытаясь скрыться, мужчина выехал на полосу встречного движения, создав аварийную ситуацию на дороге. Для остановки транспортного средства полицейские применили табельное оружие. В результате выстрела колесо было пробито, и автомобиль заблокирован в одном из дворов. 36-летний местный житель был доставлен в отдел полиции. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что водительского удостоверения у мужчины нет, а машина принадлежит его родственнику, который обратился в полицию с заявлением об угоне. В отношении задержанного были составлены протоколы об административном правонарушении.